Эти уже хавают, посмотри. Имейте совесть, люди, имейте совесть. Доброе утро. Покажи, покажи, где рычишь. Слушай, ты только вчера в 2 часа ночи прекратил жрать. Он никогда не прекращает жрать. Слушай, можно в Анатолии не кормить? У него не будет сил тогда храпеть. Это идея, сегодня убирайте у него еду. А что, я храпел? О боже, опять. Он говорит, что я храпел. Не, не храпел. Не было ничего, то у тебя галлюцинации. Я он не Вован не слышал, Крис не слышал. Я номер рада. Так, вот этот легендарный УАЗ В8. Наступило утро. Сейчас торжественное открытие. У нас тут бригада серьезная. Все готовятся. УАЗ В8 не хотел заводиться с утра. Подсос не подключили. Ну, слепой, конечно. Все обнаружил, все завел. Тут, это, у него мотор. Мотор такой, как в Шишиге. Тараса, нажми на кнопочку открыть. Открыть капот. О, ух ты ж, елки. Тут совсем все по-другому. Открывается из салона капот, амортизаторы, аккумулятор новый, В8. Что тут еще сигналов? 2 аккумулятора. Ого, тут у тебя заряжена не по-детски она. Сейчас клеимся и едем на торжественное открытие. Подожди, а что на Хаммер? Ты же на котлет надо клеить. Лошара! Котлета на лафете будем так. А что зрители были? Помощь не участника запрещена. Что, что? Помощь не участника. Ты поможешь на поезжение? Едут, либо у меня что-то. Что-то с руками, да, какие-то проблемы? С координацией движения, да, я так это такое ощущение, что тебе сегодня Рус храпил на ухо. Мне сегодня Андрей храпил на ухо. Сука, ну давай так поменяем. Он тоже храпит? Андрюха, надо сумку бросить. Ну, котлета готова к бою. Давайте покажу, как она внутри выглядит. Может, кто-то не видел. Все тут чисто, красиво. Покажу позже. Вот грузинский якорь. 36-й Сильвер. Симекс, да, даже Симекс. Что тут сзади? Радиатор. Маловат, конечно. Периодически перегревается она. Механическая лебедочка. А радиатор так больше и не поставили, да? А надо было бы. Да. О, есть зонт, да? Только не убей его. Да блин, не очкуй. Зонт нашли, может, короче. Зонт? Ну, вон, да, да вряд ли. Чего, думаю? Друга. Смотрите, как работает вообще идеально. Все отрегулировали, карбюратор практически новый. Генератор вверху. Сейчас посмотрим. А вот штурман, блин, который лучше всего знает эту машину. Ну, это двигатель, правильно это не сказать. Это двигатель. Не такой это у тебя? Это двигатель от ГАЗ-53. Это полная разница. Да что ты рассказываешь? Да, да. Так, ну что, поехали. Движение началось. Сколько время? Наверное, часов 8:09, елки. Угу. Ни свет, ни заря. Вон вся наша колонна. Ого, тут он, подожди, у него выхлопные в две стороны, да, на УАЗе? Красавчик. Да, Патрулевский мост, я уже отсюда. Отсюда. Вижу со 160-го патруля мост. Мосты. Красиво он пыхтит в две стороны. Погода джиперская, дождь. Может, сзади? Сейчас пристегнусь. Похоже не на аварию, а на какую-то лажу. Ну, поехали, да, конечно. Едем к месту открытия. Такая Полтава не маленькая. Сзади его принимаю. Какое сегодня? 11-е число? Да, принимаю тебя, Тёма, принимаю.
слепой правил не знает, запетлял тут по Полтаве нас, блин, какими-то улочками. Котлето сзади. Кто вы знаешь, ты где? Куда мы поворачиваем? Там 630 метров прямо, давай доедем. Так, вот уже где-то мы к движухе подъезжаем. Тут движение уровня Олимпиады в Пекине где-то для Полтавы это мероприятие. Смотрите, что тут творится. Это при том, что еще рано, еще не все подъехали. Ого, нормальный движ. Квадрик нормально заряжен. Тут X3, Мэверики. Да, количество участников серьезное. Так, вот вся движуха уже. Квадриков какое-то нереальное количество. Осторожно, блин, маньяк. Задавить пытался меня. А вот серьезный автомобиль. Так, ну идемте посмотрим, что тут по внедорожникам, по участникам. Движение приличное. X3 зачетный, конечно. И он тут не один. Посмотрите размер колес на этой УТВшке. Как это? И участники, и не участники, или все участники. Не участники, тут Хаммер не один у нас. Тут и второй ряд участников. А вот это Нива боевая. Блин, от скорости аж фары. А где фары? От скорости выпали, да? Блин, и номер какой шикарный вообще. Я могу включить подфарники. А, габариты могу есть, да? Габариты, и тогда будет понятно, что ей фары нельзя включать. Фары не нужны. Она жгет просто, да. А что за лебедка? Обычно? Варн. В салоне? Обычный варн в салоне. Ну, вертикалка варн. Вертикалка варн? Блин, короче, лебедка дороже Нивы, я понял, правильно? Все относительно. Лебедка дороже Нивы. А покажете? Так всегда. Варн вертикалка. В салоне, а вон она видно. Да, нормально. Чувствую, сегодня движение будет хорошее. Погода, видите, зачетная. Вот, я тут, фотоаппарат здесь. Нормально. Ого, лифтанули, блин. О, эту машину я знаю, я ее где-то видел. Я ее где-то видел, привет. В болоте я видел. Сделано уже. Починили, да? Воду слили, скажем так. Слили лишнее, да? Да. Лебедка, механика, кто не знает, да? Ну, да. Заряжено. Ну, блин, вот это сегодня движение, погода хорошая, да? Нравится вам? Солнышко. Солнышко, да. Прогноз там с утра, вероятность дождя небольшая была вчера.
А ты фотоаппарат поменял, да? Да, камера новая, все хорошо будет снято, красиво. Так, а это кто? Ого, а что это за машина? Тоже ваша? Это китаец. Это китаец? От китайца только двери, я понял, да, и лобовое. Ого. Когда-то был китайцем, теперь стал ТР-3. Теперь ТР-3 просто, да? Слышите, там у пацанов в Ниве лебедка дороже Нивы стоит, варн-вертикалка. Ну а тут колеса дороже китайца. Тут колеса дороже китайца, да. Нормально. А что там под капотом? Двухлитровый Mitsubishi 16-клапанный. Бензиновый, 130 лошадиных сил. Нормально. Ну, прям чуть-чуть чипованный. Короче, все хорошо там. Давай ее сфотографируем. Так, что тут еще? Еще один хыжак. Что-то хыжаков. Так, а вот какая-то машина. А где я ее видел, елки? С киевскими номерами. Какая-то знакомая машина, не пойму. Да, наверное, это она. А где ж хозяин? Хотелось бы его увидеть. Вы ее видели неделю назад. У нее сцепление умерло на спецучастке. Мне кажется, что это она. Так, ну, тут УАЗик заряжен, подготовлен. О, самурай интересный. Все готовятся. Ого! А что, ЛуАЗ участвует? И как он? Заряжен? Нет. Обычный, стандартный. Да ну ладно. А покажите мотор. Таврия. Таврия, да? Ну это проверенный мотор, я вам скажу. Да, уж сегодня вечером проверили. И что с ним было? Что, с ним все хорошо. А проверили, дрифтили или что? Зажигание водитель чуть-чуть подрифтил. А, водитель, да? Да, водитель слегка. Дрифтил с полночи, да? До полночи. До полночи. А, где-то до полпервого зажигания. ЛуАЗ хороший, да. Красиво покрашенный, так цветовая гамма подобрана. Самое главное, чтобы он сзади колонны не ехал, а то будем пугать голубые. А, цвет, да. Чтобы быстрее ехали. Я понял. Так, что тут, Дайхацу. Опять Нива. Да, самурай. Тоже не детский. Да, интересное движение должно быть, да? Да, привет. Что тут еще? Ого. Высота. Если кто-то рядом подошел. Это 105-ка. Да. Так, лифтанули ее. Не слабо, я вам скажу. Не знаю, сколько тут в сумме дюймов. Колеса, наверное, 37, судя по всему. Витара. Так, а вот и наши машины. Вы их уже видели. Ну что там? Кто, Крис? Да. Пропал? Так, что тут еще? Ого, у вас такой боевой. Что тут внутри? Ого, по-взрослому все. Все по-взрослому. Это рулевая колонка очень высоко. Белка. У кого белка, непонятно, но мы в процессе, я думаю, увидим. Так, еще один. Остатки УАЗа. Котлета. Котлета из УАЗа, да? Ну, не котлета, штатный УАЗ. Как штатный? А что внутри? Колхозные мосты. УАЗовский. А мотор? УАЗовский. Короче, УАЗ просто чуть-чуть облегченный, да? Да. С каркасом. Все по-взрослому. Компрессор есть.
А колеса? Ой, колеса хорошие. 30 какие? 33 на 14. 33 на 14. Неплохо. Ого! А это что? Это Женя, кажется, делал колеса кому-то в Днепропетровске. Это с Днепропетровска, да, у вас? Нет, звоните. Это Женя вам колеса делал? Да, Женя. Я понял, видно. А мы думаем, чем будет наш корреспондент. Да? Вы меня знаете? Мы по видео, да. Женя рассказывал. Я понял, да. Колеса мне он тоже делал. Ну, как переваривает мосты? А что за мосты? Вояки. И как вояки, что говорят? Сейчас не успею попробовать. Сейчас, короче, сейчас все узнаем, да? Да. Я понял. Ну, так красиво выглядит. Если люфтов нету, и это, и без фанатизма, то должно. А сколько дюймов? 42 где-то, да? Или 40? 43. 43? Это с КФов сделанные, да? А? С КФов? Ну, КФы шины. Урал. А, с Урала, да? Ну, казал 43. 20. Ну, 43. Будет хватать, когда 43, я говорю. Угу, я понял. Так, где еще участников, каких нам посмотреть? Вот Нива тоже такая, тоже, я так понял, тут тема на Нивы, лебедка дороже Нивы, да? Иди и посмотри, там квадрик, 6 колес, нестандартный. 6 колес квадрик? Да. Так, квадрик 6 колес. Квадриков тут, конечно. Движение. О, это что, легендарный поезд? О, какой? Где? Кто? Стой, это вас фотографировать, да? Да, да, да. Привет, ребята. Да, передай привет фолловерам. Ребят, я передаю привет. К сожалению, баню за 1 гривну никто не захотел брать, поэтому в аренду. Надеемся, что в дальнейшем на мои посты будут реагировать быстрее, четче, и наконец-то с нами будет ездить Шишига за 1 гривну. Всего за 1 гривну. Спасибо за рекламу. А где квадрик на 6 колесах, Крис сказал? Ты слепой. Кто из вас слепой, да? Ты на нем стоишь, блин. Да, я не заметил, он... Да, такой интересный вариант. Это заводской такой, да, судя по, судя конструкции? Судя по сварным швам заводской. Так, подожди. Мэверики тут, блин, просто в каких-то нереальных количествах. И вот еще один. С дисками очень модными. Ай, не успел. Успел. Так. Ну, прибывают участники, продолжают прибывать. Да, тут по УТВшкам, по квадрам сегодня движение нереально. А вот котлета, которая заезжала, мы ее сняли мельком. Сейчас ближе подойдем, посмотрим. И ребята уже... На лапландерах. Котлета хорошая такая. Что тут еще интересного? Ну, подкачка, естественно. Максимально легкая. Камап, стойки. Рейсранеры я вижу. Радиатор огромных размеров. Все по-взрослому. А двери облегченные. Не, кубик, наверное, не участвует. Ого, какой мотор, ничего себе. Это V6 родной, да? Да.
Двухлитровый? Да. Беременная юнит. Привет, где-то я вас видел. Где? Не помню. Давай, камера в камере. Получилось, да. Давай еще раз. Не-не-не, на аккумуляторе. Нормально. Блин, не вода такая. Очень боевая. А что там за мотор? А что там за мотор? А какой мотор в Ниве? Ниве мотор. Нивовский? Ну, немножко, да. Доработанный? Сильно? Да? Сколько? 1,9. 1,9? Ну, никто не мерил. Да, просто чуть-чуть разночен и более скоростный. Ну, едет нормально, да? Судя по этому, по износу кузова, то едет хорошо, наверное. Машина в трофе ездит 10 лет уже. 10 лет в трофе? Да. Нифига себе. Два предыдущих. Первый, который построил, тут был поаккуратнее, а второй давал лежал до такого. А третий? Третий я. Я понял. Короче, доламываете машину после двух. Я считаю, что я даю... Дорабатываете наоборот. Третью это жизнь. Самый счастливый жигуленок. Да? А в каком вы классе участвуете? В Харде. В Харде? А, ну колеса же небольшие, да? Шноркель такой оригинальный. Короче, ничего лишнего в машине. Так, а вот что-то я не снял. Ого, какой багажник. А куда это такой багажник? Это у кого салон маленький, да? Не, а ну-ка открой, Олег. Олег, сейчас включу. А что там? Отходить дальше или не страшно? Не страшно? Да. А что, из салона открывается? У нас в салоне получается багажник в два раза меньше, чем вот этот. Да? У нас вообще нема багажника. Ну я понял, поэтому... И что, вы с багажником прямо участвуете? Нет. А он с ней быстросъемный типа, да? Вообще, да. Два раза открутили и все. А бутылка есть, Олежек? Нет. Ух ты, блин, как красиво. Короче, это у вас бензобак, я понял, такой небольшой, запасной. Все вместе. Это у нас стол. А, стол это. Стол. А, это чисто из-за стола, это так, остальное... Остальное так между делом. Так а как он снимается? А, и все. Этот самый, да. Я понял. Прицепной вставили, два болта открутили. Да, и оставили в лагере, да? Да, блин. Неплохо. Так, ну. Квадрокоптеры в дождь даже летают. Квадрики как-то задом. Это я видео снимаю в правильном направлении, они так едут просто. Расскажи фолловерам, что со сцеплением было на гоплыке? Сцепление, попала грязь. И все? Все. Оказалось, выжатое сцепление. Выжатая грязь не дала ему вернуться назад просто, к корзине, да, получается? Да. То есть, мы разобрали, вытрусили, помыли и все? Да, керхером промыли. А, даже не разбирали? И лепестки так. И не разбирали даже? Ну, сняли корзину. Не, корзину, ну, с ним разобрали, то есть. Если бы в чистой воде постоял именно... какое-то время, да? Поработал, да. Промылось бы, все нормально работало. Блин, офигеть, блин. На ровном месте вообще. Это такого не было, это первый раз такое, да? Было на ботане такое. На спецучастке оно чуть замокло, но то самое. Но, в принципе, но потом начал работать. Да. Потом заработало. А это вообще раз. Какая-то жесть. Пойдем к Марсику. Пошли, там приехал один серьезный джипер очень. Сразу там вокруг движения. Да. О, где-то я вас видел, ребята. А где я вас мог видеть? Где-то на бездорожье, да, наверное? Пролетом пролетали. Да? Летели, пролетали. Так, вот, приехал очень серьезный джипер. Он не любит, когда я его снимаю. Он не любит, когда я его снимаю. Где он? Где он? Где-то прячется, да, уже? Ого, тут ребята серьезные. А где этот маньяк, который... Что, оно доброе, чи нет? Ты видел этого? Ты видел этого, который приехал на котлетке?
Вот этого? Нет, да, вот же где он. Где он? В красном? Это он, да? Он сегодня в красном. А, он в красном. Ёлки, а я его не узнал. Ой, блин, какой человек, привет. Ну, рассказывай, ты на победу заряжен? Да. Я завжди... Да я знаю, что ты завжди заряжен. А с флагом будешь стартовать или нет? Ого, тут машина в боевом состоянии. Слышите, а где такие кевларовые сиденья купить, ребята? Ну не в Киеве точно. В Киеве нету, да, таких? В Харькове, на Барабашовке. Да? Тут недалеко, да, 130 километров? Или 150? Ну что вы машину хоть бы помыли на парад, елки? Помыто это типа? А чей-то сапог кто-то потерял? У нас двери подписаны. Вот ребята серьезно подходят к ней. Где подписаны? А где? Если учитывая, что на ту сторону, то удобно закрываться, да? А, дверь правая. А правая передняя же надо дописать, что, елки. Нет, это просто для тебя так вот так бы вдавались бы подробно. Слышишь, подожди, а где-то же было у вас третье место? А где сидит третий человек? Как называется адрес? Где-то они тут что-то переделали, мне кажется. Радиатор тоже усиленный. Все штатное. Штатное все? Все в базе. Да ну ладно, в какой базе? Салонная комплектация. Я понял. Да, такой серьезно заряжен. А что там значит название сзади? Подожди, на борту написано. Белка. Да, белка. Белка, да. А чё белка? Так я не узнаю, как-то сразу. Так получилось? А вы с Харькова, да? А, ну пацанам скажи, чтобы они своим хаммером нам возили. Осторожно, хаммером у вас не поцарапайте, уберите двери. Да нехай, пусть хоть чуть делить, если хаммеру добавится. Там дверь, я тебе говорю. Ёлки, ну вы имеете совесть, что вы делаете вообще? Только машину покрасили, пацаны. Еще и стали так близко. Переедьте, чтобы рядом не это. Блин, травмируйте еще человека, блин, своей дверью. Нехай заряжается, а он что-то заведение есть. Это чтобы не очковал, да, или что? А, нет, просто протереть, блин, я уже думал, что... Это противокоррозийная защита. Да. А что там в спецучасток, знаете вы, что там будет? Без понятия, на карте только видел точку. Так... И все, да? И все, да, где оно? А кто знает, кого-то спросить может, кого-то? Расскажут. А что там за спецучастки, не знаете ничего, не видели, да? Судя по всему, последний был РФС Писачин. Ага. Строители те же самые. А, строители те же, там да. Будет серьезно, да? Что на Писачине, да, половину спецучастков никто не брал. То же самое будет и здесь. Офигеть вообще, трактористы жесткие какие-то, да, короче. Да. Все знаете, это Серега Рихтовщик, харьковский маньяк. Это он делает такое? Увлекается ландшафтным дизайнером. На экскаваторе, да? На экскаваторе, если ему попал в руки, это все, это борода. Нормальная тема. Короче, должно быть хорошо, да, наверное? Да. Квадрики тут все задом ездят, не только одна пара была. Куда он уже ехать собрался? Успокойся! За Парсеном, ты за Парсеном, Крис, стой! Блин, вообще уже. Надо сейчас две пачки Парсена взять ему, блин. А тут какое-то движение котлет началось. А рядом стать. Артем, надо аптеку где-то сейчас срочно найти, Парсена взять, блин, потому что я смотрю, ему уже плохо. Отойди, отойди, вандама не видно. Отойди, польского вандама не видно. Молилась ли ты на ночь, Дездемона? Подожди еще раз. Нормально у вас. Вот это отжигают с утра. Еще ничего не началось, уже весело. Вы видели на фото? И фото, и видео, все есть. Блин, какое-то количество квадроциклов. Я такое одновременно никогда не видел. У ТВ-шек и квадриков.
Toyota Niva. Привет. Привет. Тут еще пару тяжеловесов подъехало. Пороги уже на Прадо поотрывали. А нет, еще один есть, но не родной. Такой патриот красивый. Техника в руках дикаря, груда металлолома. Тут пытаются три маньяка зонтик открыть, но пока у них не получается. Ну сейчас слепой, как самый опытный, да. Погода, дождь идет. Зонт же я забыл. А что он рассказывает вам? Он вообще швед на самом деле. Приехал мстить за прадедов. Вы поняли? Да, да. За прадеда мстить приехал. Мы уже мстим. Лицо посерьезнее сделай, блин. Этим видом спорта даже уже не помню. 10-15 лет я только с детского садика. Я езжу уже где-то примерно 10 лет. Ездим по нашим клубовым соревнованиям, получается, и первое место, и получается тоже без мест. Но самое важное, это учиться. Мальчик, отойди от машины. Возьми. Давай. И вот и хищник подъехал чуть-чуть позже, чем все, но успел, все нормально. Володя его к нам везет. Сейчас станем, какие-то там проблемы с электрикой кто-то говорил было. Сейчас все спросим. Это, конечно, главный претендент на победу, потенциал у машины, вы сами видели. 44-й Богер, Волопландеры, ну, максимально. Пневмоподвеска, максимально машина заряжена. Ну, один недостаток, немножко вес великоватый. Ну, сейчас посмотрим чуть позже, как будет бороться. Открой окно, тебя не видно. Привет. Ну что там было? Спасибо. У вас что-то поломалось что-то? Как всегда, у нас навигация. А, навигация? Это штурман топографических витрин, да? Спасибо. Мы молодцы, мы выехали домой. Скажи, это срезы. Давай видео, да. Жак нормально выглядит. Какие-то у Криса колеса вообще непонятно. Докатки или что? Докатки, да? А мы о чем? Ты будешь задавать вопрос или я сам? Я не буду. Я сам, да? Чего ты вот хлопаешь до того, как я что-то сказал? Вот, видишь, ты рано хлопнул. Блин, рано хлопнул. Находясь здесь, очень хочется передать свои пожелания клубу Джуму за то, что они организовали такой праздник, за то, что они нас всех собрали, за то, что мы сюда приехали, что видно столько энтузиастов, людей, общения и вообще позитивное настроение у всех полов. Вот ради этого мы, в общем-то, и собрали. Что будет дальше, мы увидим. Но клубу Джуму с днем рождения и привет! Крис, ты уже не звезда, сказали. А где Крис? Смотрите, как 36-е колеса рядом с 44-ми. Просто тупо на докатках. А на гоплыке 42-е были? 44-е. Ну, вот эти же были. Да, да. Но они, кажется, на асфальте они намного больше выглядят, да? Страшнее. Я тоже снимаю. Так. И тут тоже туда. Артём, Володя, начинайте ехать.
Выше. Давай, Ван Дам ты наш полтавский. Есть. Подожди, я на этой даче не выдержал. Валера тоже. Дальние дороги, да. Все залазьте. Андрюха, залазь к ним. Колонна. Правила в колонне. Никто никого не обгоняет. Как только как вы пересекли линию, вот эту арку желтую, вот так в том же порядке мы едем. Никто никого не обгоняет. Категорично. Будем спускать колеса. Значит, первое. Сейчас двигается. Выстраиваемся в колонну только тогда, когда вам скажут выстраиваться. Никто не выезжает без команды, хотя если уже будут коллапс. Сначала первыми выстраивается команда именинников Джума. Сначала возглавить колонну будут этот X3, потом строятся все квадроциклы наши, потом строятся все наши баги. Я каждому не, без команды никто никуда не едет. Всех построим в нужном порядке. Потом строятся после команды Джума строятся все квадроциклы. Подряд. Не надо, еще раз, не нужно никого обгонять, в зависимости от команды, не важно в какой-то команде. Вы едете все друг с дружкой гуськом, один за этим. После квадроциклов стартует начало та колонна Бирпи техники, правая, потом левая колонна техники Polaris. Потом за ними стартует категория рейд, выстраиваются все колонны. Я каждому пока подойду, расскажу, покажу. За рейдом выстраивается хард категория. За хардом выстраивается суперхард. Понятно? Колонна, нам нужно двигаться максимально компактно, не растягиваться. Нас будет сопровождать полиция. На перекрестках внимательно смотрите. То есть вы двигаетесь по правилам дорожного движения. Ну да, испугался, сжалось. Так уничтожаете конкуренцию, да? Во, Рома, давай позируй, твоя очередь теперь. Да не, ну давай как-то посерьезнее. Ну. Это уже было, это уже пройденный этап. Только четверо в ряд стоит. Я пытаюсь прототип. С той стороны противоположной. Товарищ штурман, смотрите. Алло. Надо было поближе подогнать, а мы видно ступеньки, чтобы уже в предвкушении выезда к месту старта.